В Гранд-отеле «Казань» прошла вторая всероссийская научно-практическая конференция «Казанские встречи. Актуальные вопросы оториноларингологии», где практикующие врачи и теоретики в области лор-вопросов съехались со всей республики для обмена опытом и получения новых знаний и навыков. Основной темой была актуальная для многих проблема весенней поры – аллергический ринит или же просто насморк. Спикеры рассказали об инновациях в области лечения и облегчения симптомов, чтобы дать возможность аллергикам не пропустить наступление весны. На конференции у нас очень много приглашенных лекторов из Москвы, из Санкт-Петербурга профессора приехала к нам в гости. Ну, и наши казанские лидеры в области отоларингологии выступают. Основная задача конференции – это ознакомление слушателей с современными методами диагностики, реабилитации у пациентов с различными заболеваниями верхних дыхательных путей. Кроме того, все присутствующие получили современные представления о причинах и особенностях клиники аллергических реакций при лор-заболеваниях. Сегодня будет проведен мастер-класс из операционной нашего медицинского центра здоровья семьи. Будет представлена операция по поводу полипозного риносинусита. Оперировать будет известный доктор, приглашенный из города Москва, Авербух Владимир Михайлович. Актуальность темы обусловлена сразу несколькими факторами, где самые важные – это рост частоты воспалительных заболеваний дыхательных путей и недостаточная осведомленность врачей в фармакотерапии. Именно поэтому сейчас как никогда необходимо искать новые методы лечения, чтобы повысить эффективность терапии лор-заболеваний. Елизавета Газизянова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.